8 июля по новому стилю, а по старому 25 июня умерли князь Петр и княгиня Феврония Муромские. Их супружеские отношения стали образцом верности, любви и семейного счастья. И даже смерть не разлучила их. Мощи Петра и Февронии хранятся в одной гробнице в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Праздник начался с крестного хода и торжественного молебна. На площади перед ЗАГСом собрались сотни сочинцев и гостей курорта, чтобы почтить память святых, считающихся вот уже более 7 веков покровителями семьи и брака. Сразу после божественной литургии прошел парад невест. Около 30 девушек продефилировали в белоснежных платьях вдоль Поцелуевского сквера. Кульминацией торжества стало чествование сочинских семей, проживших бок о бок не один десяток лет. С праздником их поздравил глава города с супругой. Для того, чтобы была крепкая семья, для этого нужно создавать условия. В городе очень много делается в этом направлении. Мы имеем с вами очень хороший социально направленный бюджет. Ежегодно мы строим детские сады, ремонтируем школы, создаем благие условия для того, чтобы у нас были счастливые семьи. Чем больше будет счастливых семей в городе, тем счастливее будет город. Счастливой и крепкой свою семью считают Петрос Иосифович и Евгения Григорьевна Пазаян. Вместе они уже 63 года. Потомственные учителя воспитали 3 сыновей, дочь и 8 внуков. Теперь присматривают и за правнуками. Собрать за столом всех членов семьи не так-то просто. В общей сложности получается 26 человек. Петрос Иосифович и его супруга – ветераны труда, глава семьи, участник Великой Отечественной. На его счету юбилейные медали и ордена за отвагу и мужество. Нынче летом он отметит свой более чем солидный юбилей. 19 августа исполняется 90 лет. Так вы лев по гороскопу, да? Да, пожалуйста, вам тоже приглашаем. За любовь и верность этой паре сегодня была вручена медаль. Памятными подарками и благодарственными письмами были награждены еще порядка 20 сочинских семей. На курорте их, конечно, гораздо больше. И для каждой день семьи, любви и верности не просто праздник, но и отличный повод собраться вместе. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.